Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Пришло время рассказать вам о хороших фильмах и сериалах. Что же нас ожидает на этой неделе в прокате? Редкий гость на наших экранах – болгарский криминальный фильм «Цепной пес». Здесь вы увидите Эдриана Броуди, Антонио Бандераса и Джона Малковича вместе. Тот, кто берет чужое, вор. А матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке Де Ниро. Не сможешь. Спортивная биография «Битва полов». Я не говорю, что женщинам не место на корте. Кому-то же надо подбирать мячи. О, Господи. Фильм о том, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами. Болтай, болтай, Бобби. Чем больше наговоришь, тем больнее будет проигрывать. Драма «За пропастью во ржи». Возможно, последнее появление на экране Кевина Спейси. Все, что я умею, это быть писателем. Это история о том, как появился знаменитый Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа. Я пишу рассказы. И как его автор, Джером Селлинджер, стал величайшим писателем Америки. Представь книгу, которую ты хотел бы прочитать, а потом проживи ее. Отечественное кино на этой неделе представляет пронзительная драматическая история «Жги». Пили вместе, пела ты одна, Монсеррат Кабальева. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Блин, мама, это ж круто! Единственным человеком, способным ей помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом певица. Слушай, у меня консерваторское образование. Я тебе могу правильно дыхание поставить. Фильм этой недели «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Ты найдешь себе жилье, я тоже себе другую квартиру найду. В центре сюжета Олег, талантливый врач скорой. Он настоящий герой нашего времени. Самое важное для него – работа и помощь людям. А остальное может подождать – семья, карьера, своя жизнь. Картина подкупает своей актуальностью и особой искренностью. Мы жизни спасаем, нельзя все делать по инструкции. Без сомнения, «Аритмия» – один из лучших отечественных фильмов этого года. У меня вообще ощущение, что ты живешь, я не знаю, на какой-то другой галактике, Олег, до которой я просто устала лететь, устала. Сериал недели сегодня – культовая вещь Джосса Уидона «Светлячок», армия фанатов которого продолжает расти с каждым годом. Капитан Малкольм, ветеран межгалактической войны, бороздит со своей командой просторы вселенной на потрепанном, в не всегда вполне законных делах, грузовом судне «Светлячок». На рискованном пути космических бродяг ожидают всякие непредсказуемости, а тут еще и девушку странную подбросить взялись. Лучше бы этого было не делать. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева, киноклуб «Трафик» и первый